Я вас приветствую, друзья, с вами Буляр и на ваш канал General Zero Hour Contra 007. И у нас топ реплей по данному моду. Тим, робот против Мура 007, Гла, Токс. Ну что ж, про Тима я, в принципе, ничего грандиозного сказать не могу. Обычный игрок, который любит менять ники. Вот, и Мура, в принципе, постоялец контры. Вот. Не такой прям старый игрок, но игрок, который, в принципе, играет достаточно плотненько, частенько, вот. И не отрывается от любимой игры. Ну что ж, посмотрим, что будет Мура делать за Токса против робота. Достаточно такой, знаете, спорный матчап. В принципе, сейчас, если робот уйдет в развитие, то Токсу будет очень сложно. Если у Муры получится какие-то удачные действия на старте, то у Муры будут хорошие шансы. То есть здесь нужно отыгрывать ракетчиками. Скорее всего, Мура будет демонстрировать нам течи. В течах будут ракетчики, да. И пытаться как-то останавливать робота. Ну и, конечно, на начальном этапе нужно делать подрывы. Обязательно. Пока стандартный разбег. Посмотрите, сразу робот идет в центр. Рашить. Конечно же, у робота задача сейчас раздавить где-то трабик. Вот этот трабик, да, чтобы Мура запоздал с заводом, и чтобы не было ранних течей, и чтобы предотвратить подрывы. Подрыв своего единственного, в принципе, суплайдера, друзья. Но уже, кстати, сторожит, посмотрите, Мура заранее поставил шахида. Вот, с правого фланга у нас шахид пошел на рейнджера, да, чтобы захватить норочка. Ну, в принципе, грамотно играет хорошо Мура, и грамотно играет Тим. Он, конечно же, взял вместе с собой на раш двух рейнджеров, и, посмотрите, Мура пошел воевать с суплаем. Да, Мура пошел воевать с уплаем. Ой-ой-ой, неграмотно сливает дозер и двух рейнджеров. Сейчас Тим играет очень удачно. Слева фланга, в принципе, Мура должен брать. Тут был минус, да, рейнджер от киборг. Слева фланга Мура пока спит, должен брать вышку. Справа фланга, в принципе, берет Тим вышку. Но Мура опять же спит. Так, ну что, пошли первые юниты от робота. Мура ушел во второй суплай, но пока я от него не вижу техничек с подрывом. Как-то он играет в этом плане пассивника, но зато, посмотрите, пошли уже рабочие от Мура. То есть он будет, скорее всего, сейчас строить здесь стационарный гаттл. Стационарный квад, скорее, точнее. Вот, и сможет отрубить суплай. Ну все, пошло, я не знаю, заметит Тим, не заметит. Так-то, в принципе, видит. И, кстати, уже, да, завод поставил он сюда, значит, он видит и должен отменять сейчас эту всю систему. Вот, у самого Мура, в принципе, уязвимый ресурс, если сейчас под эту пушечку поставить часового, то будут рабики идти в расход. Также здесь можно отменять норочку и делать рабиков расход. Я не знаю, будет сейчас Тим или сыграет. Нет, что-то как-то Тим невнимательно здесь играет, посмотрите, при атаке. Совсем уж, да, невнимательно. И позволяет построить дот на своей базе. Да, совсем уж что-то Тим плохо сыграл за робота в начале, но зато захватил одну для себя вышечку. И нужно переходить во второй суплай. Но пока экономика не позволяет. Тут, посмотрите, Тим, в принципе, навалится всей толпой. Да, и Мура правильно делает, нужно перенаправлять на чинуки. Понятно, что робот эту позицию выбит. Но зато был минус один чинук. Ну что ж, для робота не все потеряно. Поставить второй суплай, выучить пушки Тоу. Вот. Я, кстати, не угадал совсем со стратегией Муры. Вот. Никаких техничек мы не видим, никакого подрыва мы не видим, никаких ракетчиков в техничках мы не видим. Был у нас дот, который временно отвлек робота. И сейчас просто разбег уже по центру сажать ракетчиков. Ну вот, как-то так сыграл Мура. А Мура, кстати, пошел в спам спам скорпиона, дорогие друзья. Да. Любой, наверное, более такой опытный игрок, я думаю, пошел бы все-таки спам ракетчиков техничек, но Мура выбирает спам скорпов. И на самом деле, если сейчас будут выучены ракеты, то это может быть весьма оправдано. Так, минусуется вышка. Что-то совсем Тим не хочет идти во второй суплай-то. Прячешь куда-то свой дозер. Ну, здесь все равно это суплай не поставишь. И он даже добывает по одному чинуку с разных суплаев. Ну, вообще, как-то так играет он. Есть еще хотя бы одна вышка, хоть какая-то экономика. Так, Мура застраивается. В центре у нас перестрелочка. И все, с правого фланга пошло. У нас три скорпа. Это пока не такой лютый спам. И так долго уже не делал юниты у нас. Тим, возможно, учит пушки Тоу. Но во второй суплай он точно уходит. Да, и, слушайте, сейчас дает глашник робот развиваться. Не очень круто для робота. Пошел токсотрактор разбираться в центре. Но здесь уже есть гвардия тимовская. Нет, отгоняет ее ракетчики.
И пошла наконец-таки техничка. Первая техничка от Моры. Если там кто-то внутри. Должен быть подрыв, не? Или просто пустая. Отгонять чинуки. И 5 ракетчиков, дорогие друзья. Очень хорошо сделал Мура. Как услышал меня. Пускай и поздно, но, в принципе, очень хорошо. На самом деле, немножко... Ёб твою мать, сколько сделал минусов. Если бы еще Мура перенаправил своих ракетчиков сразу в часовых, убивал бы, было бы еще больше минусов. Мог бы все минусунуть. Да, хорошая неожиданная техничка. Теряет все сразу войска, а Тим практически. И минусует Мура посмотрите справа вышечка. Но Тим уже играет на 2 суплая, сам Мура играет на 2 суплая. В принципе, экономическая составляющая сейчас равная. И у Муры, дорогие друзья, да, все так же спам. Пошли в центр рабики. Неужели будет центр застраивать сейчас Мура? Даст ли Тим это сделать? Ну, мог бы... А, ну тут коробочка-то робота не собрать. И есть уже пушки ТОУ и второй завод, дорогие друзья, от робота. А это уже опасности. Это нужно предотвращать каким-то образом. И Муре самому стоило бы во второй завод идти, раз он так спамит сейчас, посмотрите. Кстати, как много... Как много скорпов уже, ракеты бы ему еще. И второй завод от Муры. Вот прям как мысли. Ну, мысли он никак мы читать не может. Эта игра уже состоялась. Я лишь смотрю реплей, дорогие друзья. Вот, поэтому подсказывать я никому никак не могу. Отменяется хорошая норочка от Муры. Это, кстати, тут рабика был. Я думал, в центре начнет застраиваться. Да нет. И робот уже в 2 завода. Ох, сколько скорпов. Будет на них ракета, не? Просто вручную сейчас пошел Мура. Ну, не знаю, влепил в норку, да, в центре. Сейчас бегать глашнику еще... Ну, вообще, просто не очень выгодно сейчас глашнику с своими войсками бегать по карте. Тут нужно играть в норками против робота. А у Мура всего одна норка на всю карту. И с левого фланга хорошая норочка. Что-то, правда, мисклик какой-то был, она не строится. И, увы, учу ракеты. Вы посмотрите, что делает Мура. Неужели сейчас наглый пойдет просто пушить? Да, интересно. И норочка в центре, да. И норочка с левого фланга. Хорошие, хорошие сейчас норки от Муры. Сейчас на них наверное, акцент даже не будет держать Тим, потому что ему сейчас главное вот эти войска слить своему оппоненту. Просто он отходит, да. Подъезжать, убивать, отъезжать. Все правильно делать Тим. Ох, интересно, из этой норочки кто-нибудь вылезет. Спаун-то идет. Да, кто-то должен будет вылезти. И в 3 сплай уходит Мура, красавчик. И в принципе это центр он занимает. Ракетчиков надо, опять же, вот сюда посадить бы, отремонтировать бы эти здания, их можно отремонтировать. И в них сесть. И было бы вообще круто. Но вот Мура не боится воздуха, как раз таки Тим пошел в воздух. То есть сейчас будут летать пацаны, и они могут... Ну, пошли технички, но нет, тут они точно никак не спасут. Нужно строить стационарные квады. Все-таки, чтобы видеть стелсные самолеты. И посмотрите, какая хорошая норочка готова. Но Тим повесил дрон, Тим все это видит. И Тим пойдет сейчас выбивать. Но тут может... Ой, ну нет, тут опять же пошел центр рвать Мура. Ух, какая пошла активная борьба, полный контакт. И с левого фланга пошел Мура. Да, как Мура сейчас хорошо играет за Токса. Пускай не так вроде резко прям начал, да. Не было, не увидели мы никаких техничек. Было какое-то временное затишье. Но сейчас Токс тут реально дерется. Войсками на войска. И причем пока он доминирует. Хотя какое-то время казалось, сейчас Тим уже должен, в принципе, делать дела. Потому что уже было 2 завода, уже есть флешки, уже есть пушки ТОУ. Как говорится, что роботу мешает-то? И какие технички наглые катаются, сейчас просто будут экономику. Почему Тим не отводит свои чинуки-то? Сейчас будут их просто терять, да. Не отводит чинуки Тим. Теряет. Ай-яй-яй-яй. Так, с левого фланга угроза не до конца устранена. Тут еще и квад стационарный. Да. Ой, как Тим проморгал свои ресурсы, господи. Ноль, просто ноль, дорогие друзья, и один чинук. Ай-яй-яй-яй. Амур играет полноценно, в 3 суплая, вообще не парится. Вот эта норочка за стелсона. Даже не пошел искать Тим, хотя он знал об этой норке. И рабочего не добил, кстати. Слушай, минус технички. Хорошая норочка, опять же, она палится. Но вот разведкой Тим хорошо пользуется. Ну, как-то играет он не очень уверенно, я вам скажу. И минус единственный чинук. И все, дорогие друзья, робот остается без экономики. В этой игре он больше ни копеечки не соберет. Единственное, если только заказать... А, у него и казарм нет, заказывать нечего.
Если только сейчас потеряет какое-нибудь здание, оттуда выживут два киборга, подойдут и захватят вышку. Тогда будет шанс. А так нет. Ну что ж, дорогие друзья, посмотрим, что придумает робот. Не зря же триплей попал в топы, да? Значит, должно быть что-то интересное. И я надеюсь, вы не вырубите на этот момент, на этом моменте игру и досмотрите до конца. Восстановилась вышечка справа. Мура не успокаивается. Мура все атакует, атакует, атакует. Так, отвертку использует. Ну, кстати, у Тима еще остались повышения. Если он сейчас зайдет до третьего ранга, то, может быть, ход игры изменится. Хотя тут так много же ресурсов у Мура, блин. Справа фланга, в принципе, уже добыл почти практически все. Как много войск теряет Мура, ужас. И опять уже в третий раз эта неугомонная норочка. Опять же, Тим ее видит. И вот поехал ее предотвращать. Да. Потому что, ладно, выпады, да, только с левого фланга. Постоянно одни выпады можно контролить. Но если Мура начнет слева, справа так перетягивать, то роботу будет очень сложно. Но вот на самом деле, если бы Тим свои чинуки законтролил, просто их увел бы. Сейчас таких проблем и не было бы. Ну, сам себе нажил проблемки. Не увел чинуки. Три технички сделали просто игру. Вот. Ну, как сказать, сделали игру. Решили экономически. И все, пошли повышение от Тима. Вы посмотрите, как он дропает своих киборгов, жилых штурмовиков. Что ж, Шимура пошел лоб в лоб с ними драться. Но хз, хз. Штурмовики пока без потерь. Да, штурмовики вообще красавчики. Посмотрите, что они делают. Просто перебивают все скорпы, дорогие друзья. Вот такое повышение у робота крутое. И пошел своими юнитами помогать им, да. Просто сейчас нужно сокрушить. Нужно просто сейчас выбить все заводы Мури. И можем Муру спокойно обыгрывать. Но Мура тоже не глупый. Пошел в ответочку. Пошло 5 скорпов в ответку. База вообще не защищенная. Вот. Мне кажется, все-таки нужно бы увести обратно свои войска и помочь себе на родной базе. Потому что чем больше зданий, тем больше времени жить у Тима. Если сейчас все здания потеряет, то будет очень плохо. Так, ну что, минус, получается, командный центр, невидимый передвижной штаб, значит, мы не увидим повышений от Токса. Минус был завод, минус была казарма. Сейчас минус может быть второй завод. И у Муры реальная проблема. Он просто может потерять весь свой мейн, дорогие друзья. Вот так вот. И поэтому Мура уже начинает отстраиваться и оседать в центре. Такой переломненький момент. Правда, Мура пока сам не действует на чужой базе. Пока снес только один supply. И все. А дальше действуем. Да. Чистит мейн сейчас просто. Вы посмотрите, как прекрасный Тим. Интересно, однако. Ну и потихонечку орудует Мура. Я не знаю, почему Тим не вернется-то. Чуки. Эти штурмовики бы, думаю, сами справились еще. Вернул бы основные-то войска свои. Да, отбил бы вот эту пачку. То как-то не очень все прикольно получается. Да и вообще отвел бы. Я говорю, штурмовики спокойно справились, но уже бы своими войсками просто приезжать, либо не давать Муре в центре так застраиваться, либо отбивать свою базу. Тогда реально можно победить в этой игре. Но сейчас будет выселять из зданий, да. Наконец-то занялся центром сейчас Тим. Ракечка бить надо. Найс. Так, у Муры реальные проблемы, дорогие друзья. Он остался играть в один суплай, все. И одна вышка. А, нет, два суплай, извиняюсь. Все, в центре чистится нора. Пошел Мура. Ну, я не знаю даже. Стоит ли 5 скорпов сливать, или стоит просто бить здание. Ха-ха-ха. Интересная ситуация, однако. Но тут вместе со штурмовиками решил вот этот основной мейн не трогать сейчас. Тим. И Мура сливает свет со скорпу. Я не знаю, у Мура есть еще войска, но завод, по крайней мере, есть. Нужно было все-таки уничтожить завод этот. Чистится центр. Чистить нужно казарму, чистить нужно второй завод. И у Мура тут вообще нищая ситуация остается, дорогие друзья. Вот теперь гадай, кто выиграет. Да? Казалось бы, что Мура сделал все. Мура робота лишил экономики. А между прочим, у робота скоро обнулится повышение. И еще будет партия штурмовиков. Вы только представляете? Да. Вся сладость.
под конец игры, как обычно. Через контур уже прет, просто бьет Мур эту вышку. И боится, что заберет ее робот, забирать просто нечем. Мне кажется, Мур лучше бы сам забрал эту вышку. Уничтожать вышечку, все верно. Кстати, правую сторону центра уже почистил Тим. Левую точнее, а справа Мур просто, посмотрите, как застраивается, настолько боится. Да, и два как бы здания у Мура. Одно полноценное здание и один пока еще каркас остается на этой карте. И как нагло он добывает денежки. Что же за наглость такая, мистер Мурзинтий? Конечно же, Тим это заметит, у него везде висят дроны. Тим вообще почти всю карту видит, и он понимает, что вот здесь сейчас Мур обстраивается. Понимает, что у Мура есть мейн. То есть, в принципе, он знает, какие точки надо снести Муре. И минус суплайдеры, друзья. Да, вот это напряг, вот это каточка, интересненько. Ну что ж, ах, дают Муре, спамить дают. Завод не снял с Тим Муре. Просто кругалей таких давал, и в итоге вернулся на родную базу. Ну не знаю, стоило вообще штурмовиков возвращать сюда? Мне кажется, стоило идти дальше добивать. Центр, мейн точнее. Ну факт в том, что Тим пока со своей задачей справляется и просто гоняет Муру из угла в угол. Ну что ж, вот с этой позиции я не знаю, тут нужно 3-4 таких повышений, чтобы было. Ну хотя нет, 2, я думаю, если еще штурмовиков высадить, в принципе можно чекать вот эти все позиции. Вот, я не знаю, что будет делать сейчас Тим. Но переходит в атаку. У Мура пока единственный завод. И у Мура хороший спам. Ой, нет, ну сливаться-то зачем? Воу. Это, кстати, единственный. Скоро будет суплай у Мура. И сам Мура у нас останется в экономическом кризисе таком неком. Вот. А Тиму просто ждать обнуления своих повышений. И можем, в принципе, тащить катку. Да? Очень весь прикол. Ну что? Кто Тим сейчас застрял? Боится, наверное, идти куда-либо. Боится сливать свои войска. А мне кажется, он просто ждет повышений. Чтобы подкрепить свои войска. У него 0 на балансе. Сам Ура, видать, тоже в панике. Просто, хотя вот эти войска завести в норочку. Здесь вылезти и снести всю базу. Я бы так сделал, на самом деле. И да. Тим ждал обнуления. Тим ждал повышения, друзья. Теперь в 2 раза больше этих штурмовиков. Ну что ж, ждем мясцо. Все, пошло. Мура сразу очкует, начинает застраиваться. Ай-яй-яй-яй. Минус каркас. Что ж, все, пошли штурмовики. Ну что, дорогие друзья, справится эта оборона со штурмовиками с кучей скорпов? Или не справится? Точно подкрепляется стражами. Да, какие жесткие штурмовики. Не, ну нужно стражи-то уводить. Че их просто так сливать, а? Да, просто в расход пошли вы, посмотрите, скорпы. Не все сильные. Еще ремонт применяет. Да. По всей видимости, сейчас только правый фланг. И посмотрите, какую наглость предпринимает Мура. Давно надо было так делать. И он поехал своим, значит, боевым мотоциклом. Я думаю, он должен еще одно повышение. Ага, вот сюда сейчас. И он сейчас просто должен захватывать здание. Да, что он делает, Тим это замечает и поехал назад. Ну что, успеет, не успеет? Ох, как мейн рушится. Ну уже на мейн-то не надо обращать внимание, тут нифига полезного нет. Ну хотя завод. Что, заберет Мур, не заберет? И пошли сразу скорпы, но нужно было вместе со скорпами идти. Ой, сколько вы посмотрите этих ребят. Да, Мура находит выбор, но красавчик. Красавчик Тим отбивает, захватывать не дает. Ай, чуть-чуть, что не добил-то? Господи, боже мой, сейчас реактор потеряет. Если у Глашника будет реактор, будет, конечно, супер. Ха-ха, да, реактор отбирает Мура. Эх, какой сейчас креативный вариант выбирает Мура. Просто приезжает и начинает захватывать базу. А чё бы и нет. Все, теперь у Глашника есть энергия. Полностью рушится мейн. И все, дорогие друзья, это единственная позиция Гла. Если сейчас дождаться еще одного штурмового отряда, я думаю, еще одним штурмовым отрядом тут снизу, если пойти, можно все на своем пути просто убивать.
Но для этого нужно защитить свою базу. Вот. Наверное, Тиму было бы круче сейчас вернуться на базу, отбить ее, во-первых, и ждать еще повышений. Тогда там, получается, можно отряд сбросить, можно А10 запустить, можно эту ракету вот запустить и вообще просто разбить Муру. Я не знаю сейчас, как будет действовать. Опять Мура приезжает боевым мотоциклом, играет в наглую, отбирает Airfield. Конечно, этими штурмовиками очень долго идти на базу. Но факт в том, что команд-центр никто не заберет у Тиму. Его можно только уничтожить. Что и делает сейчас Мура. Уже и завод отхватил, кстати, Мура. И Air отхватил, боже мой. Я, если честно, думал, сейчас Тим уже должен, в принципе, как-то играть грамотней. Забирать каточку. Уж такую-то. Но что-то у него сейчас все печально. На самом деле Мура молодец. Вышел с паники. Вот, и сыграл сейчас очень грамотно. Мог давно так сделать. Но вот в этот именно период, момент на него это нашло. И последнее здание Тима, дорогие друзья. Куда же ты побежал свой пехоты? Нужно было тут пацана бежать ловить. Господи, боже мой. Ну этими стражами подъедь. Так нахрен тебе эта вышка последнее здание забирает, Тим. GG, дорогие друзья. Красавчик, Мура 007. Все-таки он токсом тащит робота. Вот, несмотря на такие сложности. Молодец, Тим, нужно отдать ему должное. Если бы не действие Тима, это триплей бы я ни за что, наверное, смотреть не стал бы. Вот. Поэтому, дорогие друзья, обязательно оставляйте свои комментарии, мнения. Вот, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А я с вами не прощаюсь.